Honda Odyssey. Такой вот радиатор кондиционера у меня есть на Honda Odyssey. Посмотрите, вот здесь у меня в... Я расположил радиатор кондиционера таким образом, что левый... по левой стороне у меня находится этот бочонок. Затем вот по левой стороне в верхнем углу, левом верхнем углу стоит посадочное место. В правом нижнем углу стоит второе посадочное место. Касательно радиатора кондиционера, то вам предстоит его только поставить, проверить. Какой-либо 100% гарантии на его работоспособность нету. Методом тыка только ставите, проверяете. В случае неисправности возвращаете обратно. Такой вот радиатор кондиционера у меня есть в наличии на Honda Odyssey. Так, вот здесь вот у меня вот немного эти есть. Так, это не проверенный радиатор кондиционера. Вам предстоит его только самому поставить, проверить. В случае, если он не годен, не пригоден, вам необходимо вернуть нам его обратно. В таком, в общем, виде этот радиатор кондиционера есть в наличии на Honda Odyssey. Его уже только поставите, проверите, в случае неисправности вернете обратно.